25 января 1990 года не стало Авы, на самом деле Эйвы, Лавинии Гарднер. Женщина с лицом ангела и телом богини, а также одной из самых живописных биографий в голливудской истории. Вспоминая одаренную, независимую нравом и немыслимо красивую актрису, мы скажем о ней главное, что о ней нужно знать. Прежде всего, Ава Лавиния Гарднер родилась в канун католического Рождества 1922 года, став седьмым ребенком в семье фермеров британского и ирландского и, по утверждениям отдельных источников, индейского происхождения. Видимо, это и привило ей любовь ходить босиком и не стесняться выражений. На этой фотографии Ава со своей мамой. Кто бы мог подумать, что вскоре она станет такой неотразимой красавицей. Окончив среднюю школу и секретарские курсы, юная Ава и не думала о Голливуде, пока в дело не вмешался случай. В лице нью-йоркского фотографа Ларри Тара, мужа одной из ее сестер. В это время Аве было только 18 лет. Украсив портретом свояченицы витрину своей студии на 5-й авеню, Тар сделал ее карьеру судьбоносной. Рядовой юрист сети нью-йоркских кинотеатров, увидев фото Авы, способствовал цепочке событий, которые увенчались первыми кинопробами 18-летней Авы Гарднер. Их резюме звучало так: «Она не умеет играть, говорить или петь. Она бесподобна». Совсем скоро Ава подписала контракт с крупнейшей компанией Metro Goldwyn Mayer и исполнила эпизодические роли в десятках фильмов. В 1946 году на экраны вышел снятый по мотивам рассказа Эрнеста Хемингуэя фильм «Убийцы», ставший большим хитом и актерским прорывом Гарднер. Ава стремительно заработала репутацию суперзвезды в романтической трагикомедии «Магамба», принесшей актрисе номинацию на Оскара. И босоногой графини с Хэмфри Богартом. Разделив экран с большинством главных актеров голливудского золотого века, от Кларка Гейбла до Грегори Пека, свою последнюю великую роль Ава Гарднер сыграла в экранизации пьесы Теннесси Уильямса «Ночь игуаны». В паре с Ричардом Бертоном и практически без макияжа заработала номинацию на «Золотой глобус». Аве Гарднер гораздо легче, нежели в кино, доставались трофеи в виде знаменитых мужчин. Успев побывать замужем за актером Микки Руни и музыкантом Арти Шо,
Ава была объектом вожделения миллиардера Говарда Хьюна, которого она однажды треснула по голове подсвечником, но с которым дружила до его смерти. Но самым продолжительным, почти 6 лет, был ее брак с Фрэнком Синатрой. Это стараниями Авы Фрэнку дали принесшую ему Оскар роль в фильме «Отныне и во веки веков». Ава называла Синатру любовью своей жизни, несмотря на болезненный развод. Они все же остались друзьями. Разочаровавшись в Голливуде и населявших его мужчинах после развода с Синатрой, Гарднер переехала в Испанию, где подружилась с Хемингуэем. Их объединяла страсть к корриде и любовь к выпивке. Кстати, очередным любовником Авы стал прославленный испанский матадор. Известен также анекдот по легенде. Увидев купавшуюся в его бассейне обнаженную Гарднер, Хемингуэй приказал прислуге не менять в нем воду. Испанский период жизни Авы Гарднер остался навсегда в ее памяти. Она наслаждалась любовью Тореадора и корридой, пока актрису не поранил бык. Разорванная щека заживала полгода. Ава отказывалась от съемок и ролей. Биография Гарднер изобилует яркими, скандальными эпизодами. Вот один из них. При встрече с режиссером «Выпускника» Майком Николсом она начала свой разговор словами: «Ну что, во-первых, раздеваться я не собираюсь». Когда Ава метнула бокал шампанским в незатейливого журналиста, он, пожалуй, высказался за всех мужчин планеты: «Да чего же, черт возьми, ослепительна эта женщина!» Но предложения от режиссеров поступали все реже и реже. Актриса искала уединения, старела и тяжело переживала изменения. В середине 60-х звезда покинула яркий Мадрид, сменив его на дождливый Лондон, где можно раствориться в толпе. А в середине 80-х здоровье Гарднер пошатнулось. После 2 инсультов Ава оказалась прикованной к постели. Рядом с ней была пожилая домработница и любимый пес. Навещали угасавшую звезду давний друг Грегори Пек и Фрэнк Синатра, оплачивавший ее лечение. В 67 лет актрисы не стало. Она умерла от пневмонии, проронив перед смертью слова: «Как я устала!» Синатра погасил долг бывшей супруги, позаботился о похоронах. Но проводить в последний путь бывшую супругу не приехал. Не были и на похоронах и другие ее мужья. Грегори Пек забрал ее домработницу и любимую ее собаку. А нам осталось лишь насладиться ее прекрасными фотографиями, что мы и с удовольствием сделаем.